Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономани, и акция «Зимняя мелодия». Осталось чуть меньше, чем 4 дня, я на восьмом этапе, на девятом этапе, прошу прощения. Ну не так уж далеко я, не знаю, но вряд ли я выполню, потому что на десятом, наверное, будет что-то жестокое. Что-то будет жестокое, да. Тормознуло меня, наверное, что выведение. Там было 12 драконов вывести. Нужно было вот на вот этом этапе повысить уровень драконов. Это мы сейчас сделаем. Битвы в темнице тоже, опять же, вот это приходится ждать следующего дня. Потому что, ну, либо плати кристаллы, либо жди следующего дня. Его тоже быстро не выполнишь. Поймать существ, повысить уровень драконов. Здесь тоже такие тайм-ауты некрасивые. Приходится долго ждать, ребятки. Так... Ой, подарок летит. Еще и подарки эти. Редко летает. Так, вот, собственно говоря, мой, да, такой вот уголочек. Елочка, папье-маше, саночки с подарочками. Так, и давайте мы сегодня будем прокачивать вот этого парнишку. Это у нас дракон ржавые воды. Так. Это у нас необычный динозавр. Две стихийки, 63 силы атаки. Дракон ржавых вод получил такое название из-за странного окраса, ну типа а-ля ржавый. Да, на самом деле из-за него ничего не ржавеет, он просто одинаково любит купаться в чистой воде и принимать грязные ванны. Ну, а вообще похож на броненосца. Вот так вот я бы сказал. Давайте будем его кормить. Ну вот эти тайм-ауты, это ужас. 50 уровней повысить, это я, блин, за завтрашний день не успею. Наверное. Темпрам-пам-пам. Ну, давайте его откормим. Он на броненосца похож. Зуб даю. Ну вот, 16 уровень пусть пока будет. Такой вот дракончик. Ну, забавный, прикольный. То есть он не похож на обычных драконов. То есть есть какая-то у него уникальная своя изюминка. Так сказать. Так, также нам условие, которое нужно выполнить, это 8 битв в подземелье, поэтому давайте незамедлительно туда отправимся. Ну, как вы знаете, провести их можно всего лишь 6, и это через 12 часов будет следующие 6. Но как бы я по этому поводу не парюсь, потому что все равно я не успею выполнить все остальное. Делаем ледяной камень и пробиваем всех практически. Добиваем сфинкса. И, ну и так, давайте еще защитимся, что ли. До сих пор, знаете, как долго прожила рысь. Практически всех победила. Да, вот так. Ничего себе, даже сможет проатаковать. Ну, можно было еще раз щит наложить уже на осень, если бы нужда была. Ну вот, 6 из 8 я выполнил. Давайте откроем средний сундук. Чемоданчик. Ну, такой себе, да. Лучше кристальчики. Так, ну и все, и ждать. А я как бы вообще даже ускорить нельзя при желании. Нельзя даже ускорить. Так, ну что, мы следующего купим, наверное, дракона-робота. Не будем на чародея собирать, купим робота. Он стоит не так уж дорого. Ну, нужно почаще сюда заходить и сражаться. Так, смотрим, что у нас тут по заданиям. 9 минут, ну, то есть нужно заходить. Какой тут? Писали бы, ну, какой пул. Вот почему бы здесь как бы не расписать детали акции. Сколько максимум там, допустим, не больше 3 очков, то есть заходите каждых полчаса там. Уже почему это надо в интернете копать? Битвы в темнице. Ну, тут мы выполнили. Остальные придется ждать. Ну и существа тоже придется ждать, как бы. Но это минимум еще этот вечер, еще и до завтра. Останется, короче, у меня 2 дня на 10-ю акцию. И что-то мне кажется, что там будет не так все тоже просто. Так, соберем сундучок, точнее котел зелья, как будто бы его свалила Гречен, монстр Гречен. Так,
Ну и чё, опять 916, ну на этот раз уже даже нас откатило посильнее. Так, 16, 51, но на все звезды. Ну, так и пойдем. Сколько будет сильных драконов у нашего противника? Один готов. Этого и так пробьем. Пятидесятый. Возьмем усилялочку. Голем. Дракончик голем был. Здесь тоже крепкий парень. Блин, если бы не пробили за один удар, было бы больно. Так, 51-й. Но на все звезды. Это все равно 51. Блин, он пробьет нас, наверное, да? Но рокер добьет его. Так, один боевой сундучок есть. Так, ищем дальше. Минус 15. Ну, крепкие такие, 53-й, настолько звезд. Блин, крепкие здесь ребята. Так, во, вот этот нам подходит. 50-й уровень. Чё, листика попробуем взять. Листика. О, у меня тут таких вот усилений довольно много. Помчались. Блин, что я взял? Какие... Не то. Не то. Мне же нету вот этих. Тут зелий нужно брать. Зелень. Можно было или щит взять покрепче. О, вот так вот. У нас разница в один уровень. Я со щитом потерял пол жизни. Капец какой. Так, ну вот 46-й. Этого и так должны пробить. Сорок девятый. Такой же, как и мы. Но он нас убьет, если я его возьму. Ай-яй-яй. Крепкие здесь, ребятки, все, да? Нету слабеньких особо. Ну хана нам, ребята. Хана. Нечем, нечем. Блин, чуть-чуть не хватило. Не хватило усилялок. Ладно. Божественного берем. Команды ему возьмем, кого попало. Он справится. 51-й. Кстати, крепкие какие, рубин всякие 51-е.
Это он нашего уровня практически. Блин, потрепал Анубиса. Так, ну здесь и так справимся. Изумруд. Это легкотня. И это легкотня. Это фанат, да? У нас фанат? Дракончика звали. Так, 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 давайте. Так, вижу подарок. Код дружбы 5B0F59. На стримчике я его даже сказал по памяти. 5B0F59, ребятки. Вот так вот. Смотрим друзей. Давайте отправим подарочки кому-нибудь. Так. Смотрим, что у нас здесь. Подарочки все забраны. Сообщение. Всем помогаем. Так, так, так. Ну, вроде как никого не пропустили. Все хорошо. Так, а, у нас, подожди, клановое событие разве не началось? Да, завтра уже начнется. Это хорошо. Так, тогда куда идем, куда идем? Забираем награды. Выполните два задания клана. 5 битв на карте компании. И тренируйте дракона. Ну, такое, ничего интересного. Тогда идем дальше. У нас еще здесь есть сильный дракошка. Нужно найти ему помощника. Так, и огонь. Огонь — это у нас тоже обычное усиление. А, двухкратное, неплохо. Пятнадцать. Справимся мы с этим или нет? 52-й. На все звезды. Ты, парниша, крепче нас. Вообще, стоит ли сюда ввязываться? Да, не знаю. Вот сюда лучше пойдем. Сжечь всех. Так. Кипение. Блин, какой крепкий, а? Три удара. Я в шоке просто. У меня 53-й уровень. Он реально слабее меня на уровень, а практически, блин, сквозь щит пробил пол жизни. Ужас какой. Какие здесь все крепкие. Неимоверно крепкие. Так, 48-й. Ну тоже так, в притирочку, да, легко можно было бы и зафейлиться. Все усиления ушли. Кстати, у меня уже полностью забит лимит жилищ. Так, ну вот так вот здесь мы остановились. Давайте посмотрим. Вот здесь максимальное количество жилищ 100, 104. У меня 104 сейчас. Но у меня там еще же было расширяловка, да, вот, то есть жилище. Вот у меня 114. Не 104, а 114 у меня. Все занято. Печалька. Я только начал осваивать новый остров, а мест уже нет. Смотрите, замаскировался подарочек. Вот, кстати, да, на кого похож наш сегодняшний герой. Это на вот этого дракончика. Блин, не то, не то, не то. Вот на этого. Очень похоже.
с броненосцем, да? Ржавые воды и броненосец. Похоже. Так, рекламку посмотреть, урожай собрать. Вот, вижу, вижу, еще замаскировался подарок. И еще вот летит. Охота на подарки. Ну, конечно, канун Нового года у меня. Ну и у вас тоже. Так. Этого, наверное, стоит уже и продать. Продать. Отлично. Нового... О, подарочки. Два штучки. А новенького взять. У меня уже этих дракончиков, у меня уже целый выводок вот этих вот дракончиков, снежных барсов. Они мне получаются и получаются. Так, иди сюда, куда-куда, вот так вот. Вот так вот, ребята, ну, так что держим кулачки, надеюсь, я успею выполнить эту акцию. Акция «Зимняя мелодия», я, конечно, готов даже там немножко алмазиков заплатить, но если совсем там чуть-чуть, один или два раза, не больше. Чтобы получить вот этого... А, это эпический, блин, смысл. Даже не легендарный. Вот так вот. Ну, на этом все. Всем до скорых встреч.